Всем привет, дорогие друзья, подписчики и случайные зрители. С вами вновь Дмитрий Ситников, и мы сделаем сегодня с вами мороженое за 5 минут. Поехали! Нам понадобится сливки полстакана. Выливаем это все в пакет. Молоко 3,2. Тоже полстаканчика. Выливаем все в пакет. Три ложки чайное сахарное песко. Ванили чуть-чуть. Все это закрываем. Берем пакет. Накладываем туда лед. Выкладываем туда пакет с нашими сливками и молочком. Закладываем еще лед. Нам понадобится соли. Я ложкой не буду. Нафиг надо. Или не жалей. Все. Это все закрываем. Пакет второй должен больше быть. О, надеваем перчатки. Чтобы реакция происходила и нам холодно не было. Поехали! 5 минут. Трясем 5 минут. И смотрим, прошло 5 минут, вскрываем пакет и смотрим, что у нас получилось. У нас получилось, ребят, мороженое. Тут еще лед оставшийся есть. Вскрываем пакет. Укладываем мороженое. И вот, дорогие друзья, что у нас получилось. Пробуем. Обалденное мороженое. Можно сюда добавить варенье, сироп, кому какой нравится по вкусу. Очень вкусно. Подписывайтесь на канал, ссылочка в описании ниже. Всем пока-пока, до новых встреч.